Здравствуйте, с вами снова Николай Латанский и Лиса Николс. И в этом видео, которое мы подготовили для вас специально, чтобы вы могли самым лучшим образом настроиться на большой прорыв к успеху, который состоится 14-16 сентября в Киеве, на котором мы ожидаем более 1000 человек, участников всего мира. В этом видео мы расскажем вам о том, как... What are we talking about in this video? This video is going to be focused on how to overcome your fears. В этом видео мы расскажем вам о том, как, о чем мы обещали, о том, как преодолевать свои страхи. And you know, this is a very near and dear topic to my heart. И эта тема, она особенно близка для меня. Because I'm at a very unique time in my business and in my life. I'm at a very unique time. I'm experiencing something unique. Я сейчас нахожусь в особенном моменте времени в моем бизнесе. Today we're actually here in beautiful sunny San Diego, California. Сейчас мы находимся в солнечном Сан-Диего, в Калифорнии. And we're at an amazing park and beach celebrating our first annual company picnic. И сегодня мы празднуем здесь впервые мы празднуем наш ежегодный у нас сегодня впервые наш пикник компании. And it takes me back to 15 years ago when I started the company. И я сейчас вспоминаю, как 15 лет назад я стартовал, начала свою компанию. Just me and my 2-year-old son. Я и мой двухлетний сын. It makes me get emotional thinking about it. Я сейчас, когда об этом думаю, у меня сразу становлюсь очень эмоциональным. I really, really wanted it to work. И я очень-очень хотела, чтобы у меня это получилось. But I was afraid. Но я очень боялась. But I realized that determination. Но я поняла, что мое намерение и решительность. Is looking in the face of fear and moving forward anyway. Нужно смотреть в лицо страху и все равно продолжать двигаться. And so I look at my life today, and it's barely recognizable. Сейчас, когда я смотрю на свою жизнь, я едва ли могу узнать ее, сравнивая с тем, что было когда-то 15 лет назад. 15 years ago, I had a dream. Тогда, 15 лет назад, у меня была мечта. And a 2-year-old son. И двухлетний сын. And no money. И не было денег. And no one around me really even understood my dream. И ни одного человека возле меня, вокруг меня, кто вообще разделял бы мою мечту. I think some people even called me crazy. Я думаю, даже некоторые называли меня сумасшедшая. And they might have been in my family. И они, некоторые из них были частью моей семьи. I had many very lonely days. И у меня было, я проживала очень длинные, одинокие дни. Very hungry days. И голодные дни. And today I can barely recognize my life. И сейчас, когда я смотрю на свою жизнь, я ее уже не узнаю. I have a multi-million dollar company. У меня многомиллионная компания. And I travel all over the world, meeting amazing people. Я путешествую по всему миру и встречаю удивительных людей. My son is out on the water right now, jet skiing. Мой сын сейчас прямо там по океану ездит на катере. And he's on his way to the Caribbeans and to Italy to study culinary. Culinary. Cooking. И очень скоро он поедет по Карибским островам и в Италию для того, чтобы стать поваром. Because I was willing to look my fear in the face. И это все произошло потому, что я была готова посмотреть своему страху в глаза. And move forward anyway. И все равно продолжать двигаться. And what I know is that if I can do it, you can too. И вот что я знаю, что если я это смогла сделать, то вы это точно можете сделать. Fear is that thing in your belly that just lets you know you still care. Страх – это та вещь, которая живет у вас в животе и просто напоминает вам, что вам все еще не безразлично. Fear was never designed to stop you. И страх, он никогда не создавался для того, чтобы останавливать вас. Fear is only designed to give you a measure of where you are today. И страх, он нужен только для того, чтобы показать вам и измерить ваш прогресс, где вы находитесь сейчас. Fear doesn't have more power than determination does. И у страха нету столько много силы, как есть у решимости. Fear is the thing that will make you go and do your research. It'll make you go and ask for help.
Страх – это то, что заставит вас пойти и сделать необходимые исследования, пойти и попросить о помощи. Fear is the thing that will allow you to pray and lean on your faith. Страх – это то, что заставит вас начать больше верить в себя и начать молиться. So here's what I want you to do. Вот что я хочу, чтобы вы сделали. I want you to thank the fear. Я хочу, чтобы вы поблагодарили свой страх. It sounds like this. Можно сделать это следующим образом. Thank you for causing me to think about my growth. Спасибо тебе за то, что ты заставил меня думать о моем росте. I'm planning an amazing future. Я планирую для себя восхитительное будущее. And you don't fit in my future. И знаешь, ты как-то не вписываешься в моем будущем, в мое будущее. Thank you for sharing your thoughts and concerns. Спасибо, что поделился со мной своими опасениями, переживаниями. I'm going to move forward anyway now. Знаешь, я все равно иду дальше. Because I have a breathtaking life to create. Потому что мне нужно создать дух, захватывающую жизнь. And just и просто breathe with it. Вдохните, продышите это. Your future is waiting on you. Ваше будущее ждет вас. You remember in the previous video? Помните, в прошлом видео we painted the picture that we wanted. Мы рассказывали о том, что рисовали вместе картину того будущего, которое мы хотим видеть, иметь. We talked about мы рисовали, dreams. И мы говорили о мечтах. We talked about forecasting мы говорили out 5 years. О прогнозировании, создании видения на 5 лет вперед. Fear is that thing. Страх – это та вещь, that if you don't manage it, которую, если вы ей не научитесь управлять, не будете управлять, it will forever have you looking through the window of what's possible. Это вещь, которая будет заставить вас так вечно и продолжать смотреть в окно возможностей. You look through the window of what you think your life could be. Вы смотрите через окно на то, как вы понимаете, ваша жизнь могла бы выглядеть. You shake the handle on the door, twist the handle on the door. Вы крутите ручку на дверях. But you never give yourself permission to go in. Но вы не даете себе разрешения начать. And then you путь. Learn later in your life. А позже в жизни вы узнаете, that the door was never locked. Та дверь никогда не была закрытой. And there was never a glass in the window. И никогда не было стекла на окне. That life was yours. И та жизнь, она была вашей жизнью. And you allowed something as small as fear. А вы разрешили маленькому, крошечному страху to stop you from having the life you deserve. Остановить себя от той жизни, которой вы достойны. I stand here next to my friend. Я стою здесь со своим другом. Barely able to believe today. С трудом веря. Because I was willing to look my fear in the face. С трудом веря в то, что происходит сейчас. И это потому, что я решила look where? My fear in the face. Потому что я разрешила себе посмотреть страху в лицо. And say thank you for sharing. И сказать ему: спасибо, что поделился. I can't take you into my future. Я не могу тебя взять с собой в свое будущее. So your homework. Итак, ваше домашнее задание. As I want you to get in the mirror. Я хочу, чтобы вы подошли к зеркалу. I want you to look right at yourself. Я хочу, чтобы вы посмотрели сами себе в глаза, на себя. And any feeling that you've had that stopped you from moving forward. И все страхи, которые вас останавливали, все чувства, которые вас останавливали. Your fear of failure. Ваш страх поражения, неудачи. Your fear of success. Ваш страх успеха. Your fear of being hurt in a relationship again. Ваш страх получить снова боль в отношениях. Your fear of judgment. Ваш страх быть осужденным, осуждение. Your fear of what people might think about you. Страх того, что о вас могут подумать другие люди. I want you to talk to it. Я хочу, чтобы вы поговорили с этим. Say thank you. И сказали спасибо. For being in my life. За то, что ты есть в моей жизни. You've caused me to pause and slow down a bit. Ты заставил меня остановиться и замедлить свое мое движение. But now it's time for me to move on. Но сейчас пришло время мне продолжить мое движение. And you don't fit in my future. И ты не вписываешься в мое будущее. I was born to be a winner. Я была рождена победителем. And because breath is in my body and blood runs through my veins, I know that. И потому что пока у меня есть, пока я дышу, пока кровь течет по моим жилам, я знаю это. And it's time that I leave you here. И, к сожалению, пришла пора оставить тебя здесь.
and get radical for my future. І стать радикальним по отношению к своему будущему. Become unstoppable about my future. І стать стать такой, что кого ничто уже не может остановить. Become unapologetic about my future. Unapologetic. Like non-negotiable. Стать бескомпромиссной по отношению к своему будущему. Today is the day. И сегодня этот день. Today is the day that you put a stake in the ground. Today is the day that you draw a line in the sand. Сегодня тот день, когда вы рисуете эту отметку. And you start a new start today. И вы отметку для нового, для своего нового старта. And all those small things that used to stop you in the past. И все эти маленькие вещи, которые останавливали вас до сих пор в прошлом. One by one, you send them on their way and say bye-bye. Каждую из них по очереди вы отправляете на свой путь и говорите пока-пока. I know your life can be barely recognizable. Я знаю, что ваша жизнь будет едва ли узнаваемой. All you need. Все, что вам нужно. Is to become unreasonable about anything other than what you say you want. Вам нужно стать бескомпромиссным по отношению ко всему тому, что не вписывается в ваше будущее. My life is will never be the same. Моя жизнь никогда не будет больше такой, какой была раньше. And I've been scared a whole lot. Я была очень долго напугана. But I've been more determined than I was scared. Но у меня было больше решимости, чем страха. Be determined. Будьте и вы решимы. Thank you, Lisa. You're welcome. И до встречи в следующем видео. До встречи. До встречи. Пока. Пока. До встречи в Киеве 14-16 сентября на большом тренинге «Прорыв к успеху» с Лизой Никольс и с Николаем Латанским. Пока. Пока.